Озеленять город самостоятельно по зову души и без предупреждения нельзя, заявляют в отделе ЖКХ. Чтобы потом не возникло проблем, как, например, по улице Ткачева, где при подстрижке газона исчезли саженцы. По улице Ткачева среди елей и сосен можно разглядеть клен и ясен. Их местные жители высаживали самостоятельно еще в прошлом году. Ухаживали регулярно более 20 деревьев, успешно пережили минувшую зиму. А накануне, когда люди вышли их поливать, не досчитались. Растения скосили вместе с газоном. Вот что осталось от половины лунок. Всего я посадил 21 саженец, из них оставили только 8. Были ясени и было несколько канадских кленов. Ясени хоть что-то осталось живое. Клены все скосили. Обидно. Клены и ясени действительно скосили, подтвердили в отделе ЖКХ. Уверяют, не специально. Подрядчик просто не знал, не увидел, потому что участок предназначался только для хвойных. Рабочие, занимающиеся выкашиванием газона, да, не увидели и скосили данные саженцы. Но подрядной организации уже вынесено предупреждение об этом. И он обязуется в период, ну, до середины июня восстановить данный посадочный материал. Ну, естественно, он будет высажен в другом уже месте, так как, по их словам, там он действительно, ну, в дальнейшем просто не приживется. Высадят ровно столько, сколько скосили, но уже теперь осенью, а вот хвойных на усолке несколько сотен. При этом приживаются не все, в отделе ЖКХ считают, это обычная практика. Данные саженцы высаживались уже в таком, получается, для них нормальном возрасте и высаживались с комом. Хотя до этого они несколько лет были высажены в определенном питомнике, в определенных условиях. Соответственно, они были высажены на другие участки, и сейчас идет период просто адаптации приживаемости. Увядание ели и сосны с качеством полива не связывают. Коммунальщики уверяют, землю орошают регулярно. За молодыми деревьями ухаживают те, кто их высаживал, а уже через год они попадут в руки других, ответственных за зеленый фонд города. Общая сумма на деревья, кустарники и газоны – 70 миллионов тенге. На цветы – 90. При этом самостоятельно заниматься посадкой насаждений нельзя, предупреждают в отделе ЖКХ. Категорично, участки нужно согласовывать на наличие инженерных сетей. Ну и чтобы впредь казусов со спилами не возникало. Азиза Исабай, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис».